какой тут трэш временами. Редко, но бывает. Ночью вот так вот интересно. Тишина такая гробовая. Вот такой грохот. Ё-моё, думаю, что такое? Просыпаешься, а это поезд, оказывается. Вот такая штука. Утро. Засада полная. Хотел помыться, блин. О, какая-то, я не знаю, на камеру там видно, какая-то скотина вылила масло. Причем маслом воняет даже. Вот же засранцы-то. И она откуда-то, я туда прошел, оно все вот так вот идет оттуда, все, по этому берегу. Это тот берег чистый. Ну, в общем, эта фигня ушла, которая плавала тут масло. Так что я подстригся, но более-менее. Не знаю, что там получилось. Хотя у меня зеркало есть, что-то там я видел. Но сзади я не знаю. Я под это самое, как его, помылся, фу, постирался. Хотя облака нашли конкретно. Пока стирался, облачков не было, что интересно. Сейчас есть. А, побрился. Почти все, нет, не все. Вот этот повербанк хренов, его хрен когда зарядишь, вот в такую погоду. Только два телефона, ну а эту, я в редакции, вот эту камеру я в редакции зарядил. Так что, почти огурчик. Если повербанк бы еще зарядился где-нибудь, блин, зараза, этот повербанк, он, ну, короче, кирпич почти не нужен. Почти собрался. Очень долго сушится тент. Солнце встало, холодно так же, как осенью. Мокро и холодно. Вот у меня там зарядка заряжается. Ну, слава богу, хоть это солнце заряжает что-то. Оно не сушит, но заряжает. Но еле высушил этот тент. Вот этот тоже был мокрый. Я тоже был мокрый. Хе-хе, блин. Все мокрое. Все. Я собрался. Наконец-то. Я тут нашел такую археологическую находку. О, какая штука. Там написано... Слоним В-З. Винный завод, что ли, какой-то. Винзавод. Вот с этой штукой. Это старая. Потом стали выпускать вот без этой хреновины. Там даже еще какая-то пробковая фигня сохранилась. Или это не пробковая, это бумажная. Вот такая вот археологическая находка. Так что я ее с собой брать не буду. Так что она будет вот лежать вот здесь, вот. Справа от бутылки Белакова и бычка НЗ. Или как он там? Какой-то бычок, короче. А мы поехали. Наконец-то! Мусор. Оп. Опа. Все, заряжается. Оп. Ох, ну это у них парк. Нормальный такой парк. А дорожка гладкая, капец. Ой, это что, осень что ли? Да у них уже давно осень. Ой, листья падают, намекая на то, что скоро это конец. Ну, в принципе, все рано или поздно закончится. Вот у них тут прям все культурно как. Но... Так, еще один мост. А мне здесь вылазить, по идее, по навигатору. Как? Так, ну я в городе все.
Все еще в городе. Так. Где этот переулок? Вот он. Да. Переулок Перескок. Так. Кто такой? Чего залез на машине? Непонятно. Это вот такой переулочек хитрый. Вот что-то есть у них. Такой махонький переулок. В 4 дома, по-моему. Ну, а тут у нас... А, синагога. Понятно. Ах ты, дедушка сворачивает, блин. А я за ним так пристроился, думаю. Толпой не так страшно. Блин, вот тут вот... Вот это вот штуки. Не разогнаться ни хрена. Ну, все, я выезжаю. Я уже говорил, что я выезжаю. Но я еще раз выезжаю. Откуда-то туда. Центр культуры. Ничего так домик-то. Ну, точнее, фигура, конечно. Где-то тут как раз редакция. Где мне наконец-таки? У меня же гаджеты все сдохли. И пасмурно было. Ох ты, блин. Ой. Короче, пасмурно было, и у меня все сдохло, и в том числе камера. А тут она как раз... Ну как сдохла? На телефоне было там, по-моему, 23, что ли, 25%, вот которые не навигатора телефона, а которые с интернетом. Я открываю, там говорят, типа, приходи. Это, дашь интервью, я спросил, зарядиться дадите? Он говорит, конечно, дадим. Ну и кофе, и все такое. Я говорю, ну, жаксы, поболтаем о том, о сём. А вот, кстати, вот она, редакция. Зелененькая, как всегда. Маленькая. Вот это вот монастырь. Или как там, бывший монастырь Бернардирцы. Кто такие Бернардирцы, я не знаю. У них, как всегда, сыворотка дешевле, чем вода. Сыворотка 28 копеек. Литр. Сыворотка у них вкусная. Да. Я еще молоко взял. А тут у нас церковь небольшая. Выезжаем из города. Река Чара, на которой я, собственно, ночевал. Где-то там. Вот. А нам туда. Проехал речку. И прощай, город и бордюры. Все, по дороге прем. О, какие у них остановочки-то, ёбканый бабай. Да. Вот так живут люди. 20 километров, проехал. Да. Остановка Иса. Иса. Это речка, что ли, есть? А? Какая остановочка? Ё-моё. Ну вообще. Просто с камней сделали. Тут даже, пожалуйста, типа газончик. Но я остываю. И закушу печеньем. Кстати, я все чаще и чаще стал замечать, что я беру российское. Еду беру российскую, в Беларуси. Она дешевле. Украинская тоже. Вот, изготовитель, Россия. О, блин. Европа. В область. А, Гродненская область. Это кемпинг. Просто кемпинг. Барановицкий район. Тенек пошел, хорошо, хе-хе, прохладно. Блин, как солнце выходит, так хоть подыхай ложись. О, лесок. Вот чем не Карелия.
только более комфортно. Без комарья всякого этого, болот и всякой хрени этой. О! Зашибись! И дорога хорошая. И инфраструктура есть. О, у меня появилось такое желание. Ух ты, блин, тут как! Как я одной рукой хрен его знает. Ох! Вот так вот. О! О, какой! И речка. Сейчас я еще маленько об это самого. Ага. Ништяк. Скупнуться, что ли? Ну там не скупнуться, а так поваляться. Посмотрю, они у них все холодные. Вот вроде жара стоит. А в речку залезешь и... А, все, капец. Ну его нафиг. Вода как из родника. Но там более-менее. Я думал, там по щиколотку. Там по пояс. Пополз. Охлаждаться. Блин, а тут это... Оводы. Ох, мать родная. Боже ж ты мой. Ох, какая она холодная. Ой. Ой, бой. Да ну нафиг. Хо. Ой. Бррр. Ох ты, ёка ты. Ох ты. Ох. А, сейчас оводы на меня нападут. Ух, я уже от оводов спрятался. Ну его нафиг, их тут много. Они любят мокрое тельце. Ах ты. Ем халву. Халва. Халва российская. С Барнаула. О. О, блин. И она дешевле, чем произведенная здесь. Обалдеть. Что меня удивляет, вот стол. Стоит стол. Он старый. Видимо, давно стоит. Он никак не крепится, вот он просто вот его взял и куда-нибудь унес. Но его никто не уносит почему-то. Меня, как казахстанца, это очень удивляет. Его не сожгли. Не оттаранили вон, там он сидят они, кто они, что-то они, ягоду какую-то. На дороге его не оттаранили, чтобы на него поставить свои эти ягоды. Нет, он стоит просто здесь. Вон там даже дровишки есть какие-то. Вот так. Как так? Почему он у них стоит? Не знаю. Но никто его не трогает. Это странно. Вода. Вон, полтора литра. Фу, сколько? Половина бутылки пятилитровой. О, чистая, нормальная. Я думал, просто там бутылка валяется, а ее кто-то положил, видать, или забыли, или еще что. О, а я, как назло, купил сыворотку. Ну ладно, сыворотка тоже вкусна, но она стоит денег. Поехал. Речка называется Лахозва. Лахозва. Блин. Эх, в горочку. Нормальное такое название. Кочарышка. Ну-ка, где там кочарышка? Где там кочарышка? О, вот она. А, не, вон она. Ой, господи. Да там ручеек какой-то. А это он разлился. Ох, тут леса дремучие. Капец. Вон там темно, блин. Вот тут вот все какую-то херню черную продают. Не знаю, что за гадость. Но леса вытоптаны напрочь. В лесу, как в степи там. Блин. Да, и кромка дороги сильно подразбитая. Вот сейчас более-менее. И она как бы узенькая. А фур тут до хрена болтается.
Вот нифига нету, вот. Что это такое? Ё-моё. Еще и ямы большие попадаются. О! Вот на Минск трасса. Вон туда Минск пошел. А мы... Блин, опять что-то раздвоение какое-то. А, это вот на Минскую. Мне налево. Фуры ушли на М-ку эту. А по этой теперь никого нету? Мало. Так вот эти мелкие калеки ездят. Но у меня тут теперь широкая. Нахрена мне теперь широкая нужна, когда фур нету? А вот там не было вообще ничего. Зато фура одна за другой. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Вот таксика. Ну а у нас тут лесок. И там тоже лесок. Лес, лес, кругом лес. О, еще один шедевр остановочный. Здрасте. Здравствуйте. А что это все собирают какую-то черную? Что это? Ягодки такие. Это где они? Вот это что ли? Да, да. А... Вкусные. Заходила, спробовала? Нет. Нет. Да, такие вкусные. Нет, такое в годы войны только. Ну и сейчас у людей берут кушать. Речка Мышанка. Или Мышанка, не помню. Что-то мышка там какая-то. Но тут у них прикол такой вот. Оба. Вот там прям как в Сочи. Народу нифига себе. А что-то... А, нет, вон там плескаются. Я думал, это... Что там с водой-то? Я даже не догадываюсь, как насчет воды. Ой, что-то тут какая-то штука непонятная. Где? Где попробовать? Вот тут, допустим. Опа. Ну, так, ничего. Жить можно. Тепленькая водичка. Фига себе. О! Это такая плотина. Типа. Опа. Нормально так. Вон он какой. Ну шум такой, ничего. Ха-ха. Это что, ледорезы такие или что? Речка сама по себе маленькая. Я на одном из них стою. Так что, оп! Опа! Вот такая штука. О, собака. Ты чего там стоишь? Смотрит. Ну что, пока ничего не примечательного. Так, пробираемся к центру. О, какие орелики. Ну, в общем, слива. Она, конечно, на дереве не спелая ни хрена. А я ее что-то не пробовал. Не, ну она зеленая. Хотя ничего. Там они желтые. Но тоже такая же сладкая. Ага. Нормально. Взял молоко в Евроопте. Яйца. Хлеб. Хлеб более-менее. В общем, это город Баранович. Ну, пока ничего интересного нету. Дома, дома. Просто дома. Ну, в 15-м году я уже здесь был. И как-то вот, как он тогда был, такой, что-то, никакой город, я его даже не снимал.
И сейчас что-то. Ну, сейчас, ладно, уж сниму. Но снимать тут нечего. Просто дома. Ну, вот кинотеатр «Звезда». Советский там, все, «Звезда», герб. Тут у них парк. Просто парк. Лошадка. Как живая. Но это у них центр. Угу. Здесь куда не поедешь, везде наткнешься на какие-то свои дома. Вот ехал-ехал, бац, дома свои. Ну, частные домики. А как у них в детском садике-то ништяк. О, блин. Верандочка такая, ё-моё. Все так чистенько, аккуратно. Там окошечко, цветочки. Ну, блин. Ну, да. Дом с башенкой. Тоже прикольно. Вот какой-то наполовину новый, наполовину старый, что ли. Отреставрированный. Жру где-то возле же, по-моему, это ЖД мост. Короче, какой-то мост. Да, ЖД мост. Вот так вот. У меня там солнечная батарея заряжается. Какие-то дворы тут. В общем, так, какая-то порнография с видом на помойку. Но мне как бы, я вот выезжать хочу. Будет озерко на речке Ведьма. О! Селение Ляховичи. До него сколько? 20 километров, что ли. Правда, сейчас вот 7:30. Не знаю, доеду, не доеду. О. Ну, городишко это так себе. Что-то неохота даже останавливаться. Фигня. Какой-то он неудобный, неуютный, что ли. О, даже посидеть. Пожрать, я думаю, дай где-нибудь лавку там. Лавок нету. Если есть, то там кто-то сидит обязательно. Ну так, как-то ни о чем. Почему-то в других вот городах я смотрю так, вот, думаю, да, я сейчас посижу, порассусоливаю о смысле жизни, похаваю что-нибудь. Бац, что-то какой-то оазис. А здесь нет. Чем-то он мне напоминает своей убогостью мой город. Тоже такой же серый. Хотя нет, этот лучше. Блин, да что я проливаю молоко-то, блин. Нифига себе. Ой, ладно, похаваю да поеду. Блин, вот сижу, жру вот тут вот. Перед помойкой, ладно. Но нет же, блин, мужик. Обязательно поссать надо. Вот. Испортит мне аппетит. Вот же скотина. Ну ладно. Ой. Куда-то мне через мостик. Вон сколько паровозиков разных. Разных. А вон ничего, здание такое. Неплохое. Зенитка. Хе-хе. О, какая. Вот это крутяк. Вот еще одна кочерыга. Ну вот, единственная красивая штука. Не знаю, старая, новая. Но... неплохо. Ладно, не буду я задерживаться. Нафиг.
Ну ничего там. Я уже по улице еду, мне надоело прыгать там. Мамаши с колясками там таскаются, дорожка узенькая, а ее уже и нету. Да, ее нету. Или ее теперь туда перенесли, вон какая-то там есть на той стороне. Ну тоже она 80 сантиметров. Ух ты, что это такое тут? Вот теперь здесь узенько. Ну ладно, хрен с ними. Ну блин, разбитое здесь все. Блин, презервативы штопанные. Колючей проволокой. Обочину песком засыпали. Это песок, блин. Это хорошо, я просто разворачивался. Мне показалось, что я что-то там потерял. Думаю, дай развернусь. И так меня это... Короче, я, ну, даже я как бы ногой же, ногу же выставлял, чтобы развернуться-то. И то, я, короче, так запахался маленько. Весь город засыпан в песке. Вот в смысле асфальт. Не знаю, у них там ничего, никто ничего не это. Не метет, ни хрена ничего не делает. Непонятно. Иногда едешь там просто по песку. Но на самом деле, там асфальт под песком. Вот такая штука. Не знаю, почему. Но вообще грязный город. Он даже в 15-м году вроде почище был. Сейчас вообще какая-то задница. И что-то так как-то. Все в мелочах. Вот как-то все вот хреново. Блин, тут кочки пошли. Вообще качество белорусских дорог как-то слишком сильно преувеличено. О, какая штука. Понятно, костельчик. То есть для езды велосипедов как-то часто... Ай, ё-моё, ай, блин. В восторге слышно, какие хорошие дороги. Чё-то... Ой, блин. Да ни хрена. Вот хорошего я что-то я не вижу особо. Вот это я сейчас вот по ровной еду. Это, можно сказать, какой-то кусок попался хороший. Дырка на дырке, все, блин. И сильно не посмотришь по сторонам. Надо все время смотреть на эту дорогу. Потому что как бы не попасть в дырку. Ну и она сейчас вот как-то правда ровная пошла. Вот как начинаю что-нибудь снимать, так сразу вот все хорошо. Ну обалдеть. Да. А вообще я ехал вот до этого где-то, ну, 16 разгонялся. Еще кое-как. И все. Вот, вот тут тоже вот опять какая-то фигня. В общем... Не, М-ки хорошие там, да, но они транзитные, они как бы, это же М, это транзитная трасса, которая продается, она же платная, там тебе все хорошо, ай-яй-яй-яй, шчара, опять шчара, ну ладно, опять шчара, ну где-то там она, короче, заросшая. Вот. А вот эти они дороги, они не продаются никому, как бы. И они в таком полузаброшенном состоянии. На машине, конечно, едешь, наверное. Ну, не знаю. Что там, подвеска отрабатывает все эти кочки. Особо-то не слышишь. А я вот тут вот на этом, на велике-то, конечно, все чувствую. Что это, блин, фигня. Тут ни хрена не разогнаться. Вот тут тоже, вот, пожалуйста. Ой, ой, оп, дырка. Вот тут дырки. Вот тут мне приходится вообще ехать по дороге. Вот дырка. В общем, вот тут просто кочки, по которым я еду 12 км в час. Все. В общем,
Дороги-то, в принципе, фиговые. И как-то все время пророссийские дороги, типа там вот, ну как, привыкли же дураки, дороги там в России. Не знаю, я как-то вот по сравнению с такими второстепенными российскими, российские гораздо лучше дороги. Ну там видно, их делают. А тут видно, когда-то сделали и забросили нахрен все это. Вот опять вот. Ну что это вот такое? Фу, блин. Что-то я передачку-то не переключил, ладно. Хрен с ним. Сейчас заберемся. Ну вот что вот, я специально, что ли, кто-то ковырял тут? Грыз с краю. Да. А тут какой-то асфальт навалили. Кусками. Но зато скочками. Ой. О. Вышел в поле я поссать. Вижу свекла. Твою мать. Сколько ее тут. И даже кажется вон дзот или дот. Не знаю что там. Мне так кажется. Что это дот. Нифига он какую штуку там повез. Маленько негабаритная. А я думаю, что он сзади корячится. Ждет, когда встречные проедут. А он, оказывается, вон что. Вот. Забил я, значит, там в этом в навигаторе какое-то озеро. И вот интересно, по навигатору там все хорошо. Прям миленько все и гламурненько. Вот. Ой. А, интересно, как я сейчас подъеду. Что там будет? Меня всегда это интересует. Там хрен его знает, что может быть. По карте все хорошо. Вот я свернул. Вон она, та дорога. А это какая-то новенькая, более-менее. Ой. Блин, вот собаки. Камней накидают, вот почему все время вот на перекрестках камни валяются. Вот я на них могу подскользнуться сильно. Тем более одной рукой держу. Ох, тут какие деревья. Нифига себе. Город Ляховичи. Ну и как полагается, в городе кладбище. Ну что, нормально. Так и живем. Блин, походу ночевка опять в низине где-то. Ё-моё. Ну все, я в зоне. Зона. Ни хрена себе, там я думал, что хорошее. Ну ладно. А там какое-то болото. Вот так вот. Ну ладно, сейчас посмотрим. А я помыться хотел. Короче, это пляж. Вон бушкрафтеры. Короче, тут это полная это жизнь идет. Футбол играют. А я типа спать. Ага. Ну-ну, спать. Вон это у них, как она там, костел. Ну, новенький. Вот такая, понимаешь, фигня. А я так и думал, что засада будет. Я не знаю, почему. Народ тут какой-то активный. С каждым надо потрындеть обязательно, блин. В итоге я оставлю уже почти ночью. Палатку, блин. Ё-моё. А холод просто мерзкий. Кажется, я в этом, в воде. В холодной воде вот сейчас нахожусь. По-быстренькому закидал. Все барахло. И там меня комары сожрали. Ну, они и здесь есть, конечно. Сейчас я их буду тут бить. Тут немного, правда. Но есть. Вот. Ну и покушаю. Яйца. Сегодня у нас яйца. О.
И там где-то два яйца еще есть. Яйца с хлебом. И сыворотку. А, молоко. Печенье. Печенье, блин, российское. Увы. Так, где-то фонари вдалеке горят. Там типа дорога. На пляже тишина. Все. А я спать.